Всем привет! Вы на канале Zord Game, и мы начинаем. Всем привет! Сегодня посмотрим видео на канале Лёша Чеченский. Марьяна Ро Кортье, пародия. Давайте посмотрим. Такая же заставочка, как у Марьяна Ро 18+. Такое же начало, так и посмешнее. Там кетчуп с сосиской. Чем потише поставлю все. Чтобы меня слышно было. О, бабки. Реклама, да. Я Марьяна Ро. Я Марьяна Ро. Если ты не Ваня, не зови меня в кино. Я Марьяна Ро. Я Марьяна Ро. Если ты не классно придумано. Не зови меня в кино. Я Марьяна Ро. Я Марьяна Ро. Я мегазвезда, пою про вжух, вот это да. Да. Гуччи, Луи и Шанель. Я богаче всех, поверь. Интеграция за лям. Соболев, завидуй нам. Ты думал, я не могу читать рэп? Сказал, что херово звучит мой акцент? Что? Бро, ты никто, а я мегазвезда. У тебя нету рэпера, фейса в друзьях. Интересно, там кетчупом намазался? Марьяна Ро. А, да, это кетчуп. Да, я мегазвезда. Мегазвезда. Я Марьяна Ро. Что? Я Марьяна Ро. Что? Я Марьяна Ро. Да. Я Марьяна Ро. Да. Я Марьяна Ро. А чё мне замочить так молотком? Я Марьяна Ро. Что? Я Марьяна Ро. Оу! Да! Я Марьяна Ро. Я Марьяна Ро. Если ты не Ваня, не зови меня в кино. Я Марьяна Ро. Я Марьяна Ро. Если ты не Ваня, не зови меня в кино. Я Марьяна Ро. Я Марьяна Ро. Я мегазвезда, пою про вжух, вот это да. Да. Классно придумано. Придумано очень классно. Очень годно, да, годно. Так. А вы что думаете? Напишите в комментариях, что вы думаете. Понравился вам клип или нет? Ну, мне понравилась такая пародия, смешная, прикольная пародия. Ну ладно, спасибо за просмотр, всем пока. А что думаете вы? Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Скоро будет новое видео.